Привет, друзья! Меня зовут Валера, и я хочу летать! Зима – очень интересное время для прыжков. Важный факт – зимой деньги на прыжки есть. Вот только самих прыжков нет из-за плохой погоды. В непрыжковые дни пытался хоть чему-то научиться. Например, укладывать самостоятельно парашют. И вроде бы попробовал, научился, но когда прыжки идут вовсю, понимаешь, что будешь укладываться целый день. Поэтому отдаешь парашют в заботливые руки укладчика, чтобы не пропустить следующий взлет. За всю зиму погода осчастливила нас хорошими днями 3-4 раза. Но какие это были деньки! Морозная свежесть, минус 20 на земле, минус 46 в небе, прекрасный плотный воздух и безудержное веселье обмороженных рук. Иностранцы, кстати, говорят, что для них такие прыжки, конечно, экзотика, но нам-то все нипочем. Кстати, зима – прекрасное время для начала обучения. Я очень люблю настроение перед прыжком. Посмотрите на эти счастливые лица. Сейчас, кстати, уже не так холодно, и солнце греет намного лучше. Так что приезжайте, будем прыгать вместе, ведь скоро весна. Я Валера, хочу летать. Пока. Много народу задает вопрос о том, как из скучного скайдайв-видео сделать эпичный ролик. Поэтому вот вам видео о том, как делать крутое видео.